они меня заставили, чтобы я общалась с ними по электронной почте. Ну, с детьми, с внуками, с правнуками, они все в разных городах. Я завела одноклассники, и там вы свои фотокарточки, где я работала, классы, я их выставила. Трудностей у меня не было. Тут мне внук сразу уроки дал. Сначала значки, вот с этих значков начали мы. Все мне объяснило.